Давненько у нас с вами не было коробочек красоты, но сейчас именно это видео, и я вам хочу представить октябрьскую коробочку Лайферия. Давайте вместе посмотрим, что там. Я уже, кстати, заглянула в содержимое, посмотрела, некоторые продукты даже уже сегодня использовала для того, чтобы сразу вам их продемонстрировать. Упаковано было все очень красиво, как обычно это бывает в этих коробочках. Здесь есть вкладыши с, скажем так, наставлениями этого месяца. Также, как обычно, здесь есть вкладыш с описанием продуктов, которые вы найдете в коробочку, и их цены за полноразмерные версии. Давайте сразу приступим. Я буду рассказывать сначала о том, что я уже попробовала. И первое, что я попробовала, это то, что вы видите у меня сейчас на губах. И этот макияж губ я сделала с помощью карандаша, который здесь был. Это карандаш Rimmel Lasting Finish, и оттенок у него 47 капучино. Изначально, когда я увидела этот карандаш, мне показалось, что это нюдовый карандаш, но он действительно именно такой настоящий коричневый, цвета капучино. Я ничем дополнительно не красила губы, чтобы не перебивать оттенок. Единственное, я немножко сверху бальзамом вот так вот буквально промокнула губы, для того, чтобы ну, не было вот такого сморщенного ощущения, потому что карандаш достаточно сухой, и если сверху, вернее, как сухой, он наносится нормально. Вот, то есть, если я сейчас вот сделаю swatch, он как бы наносится без проблем, но губы немножко подсушивают, если его ничем сверху не покрыть. И также я еще сегодня использовала вот это средство. Сейчас я вам точно скажу, что это, потому что здесь все по-итальянски. Это у нас интенсивная маска-спрей Il Magnifico, итальянская. В общем-то, здесь 10 в одном. Это сразу и уменьшает она спутывание волос, придает блеск, термозащита, дисциплинирует вьющиеся волосы, предотвращает появление секущихся кончиков, защищает цвет. Короче говоря, эта штука делает, судя по всему, все. Я сегодня ее использовала при укладке, ну, как бы, я не знаю, я не могу сказать, что мои волосы как-то по-особенному блестят, или что-то еще там я сильно особенное заметила, то есть это скорее нужно немножко больше попользоваться вот этой штукой, чтобы оценить, реально работает или нет. Но, тем не менее, в общем-то, 10 миллилитров здесь, по-моему, в этой штуке, 12 миллилитров в этой штуке, ну, наверное, раз на 5 вам хватит, в зависимости, конечно, от длины волос. Еще тоже, что здесь мне из декоративки сразу привлекает внимание, это тушь для ресниц. Тушь для ресниц от Rimmel Extra Long Lash. Я тоже уже посмотрела на кисточку, к сожалению, не красила сегодня ресницы ею, но, тем не менее, хотя бы посмотрела. Я забыла ее использовать, если честно. Кисточка такая конусообразная, как елочка, сверху более тонкая, к низу она расширяется, силиконовая. Не знаю, что вам сказать по этому поводу, вообще не видела в продаже вот эту тушь, никогда не пользовалась, никогда не слышала отзывы. Зачастую тушь Rimmel мне так себе, но если вам нравится, если вам подходит тушь Rimmel, то имейте в виду, что в коробочке она тоже есть. И еще один продукт, тоже можно его отнести к, наверное, декоративке больше, нежели к уходу. Это бальзам для губ Carmex. У меня попался его запах Lime Twist. Давайте я сейчас открою его. Я не хотела просто его открывать, хотела показать вам, как он изначально идет в упаковке. Вообще, запах лайма в последнее время меня как-то преследует, мне он безумно нравится. Ой. Сейчас, одну секундочку. Я здесь, честно говоря, лайм не сильно ощущаю. Я больше ощущаю здесь что-то то ли мятное, то ли вот точно не могу понять, что это за запах. Ну, как-то не лайм. Больше, скорее, знаете, такой как ментоловый аромат. Вот такой в основном запах, который добавляет, знаете, в штуке от насморка для того, чтобы нос пробивать. Вот мне вот чем-то таким пахнет. Не знаю, лаймом мне, к сожалению, не пахнет. Тем не менее, по консистенции, вот я здесь намазала на руку, очень такое вазелиновое чувство. Наверное, должно неплохо увлажнять губы. По swatch очень такое хорошо-хорошо увлажняющее средство. Но, опять-таки,
Надо будет протестировать. И последнее, что у меня здесь в коробочке, это масло, которое называется Lash and Brow Oil Complex. Значит, давайте я вам сейчас опять-таки расскажу, что это более подробно. Это комплекс для роста ресниц и ухода за бровями. Это средство предназначено для того, чтобы наносить на брови. Здесь вот такой вот роликовый аппликатор есть, и вы ежедневно наносите это на брови с помощью ватного диска, вернее ватной палочки, можно наносить на ресницы. Что интересно, это средство наносится на 5 минут, то есть здесь написано время воздействия средства не более 5 минут. После этого сними остатки ватным диском и очисти лицо как обычно, не оставлять на ночь. Не знаю, в общем-то, странные такие рекомендации, потому что в основном все эти масла, они оставляются на ночь, то есть вот именно хорошо увлажняется вся кожа и оставляется. Здесь же написано курс 30 дней, и, ну, на 30 дней 100% хватит, потому что вот один вот такой вот тюбик, это, ну, здесь очень много этого масла, я не знаю, можно всю семью им мазать. И 10 мл, 115 гривен это средство стоит. Ну, опять-таки, надо протестировать. Вот на ресницах мне больше всего интересно, как это сработает, потому что брови, слава богу, у меня нормальные, а вот ресницы, к сожалению, отвратительные. Вот, это все 5 продуктов, которые были в этой коробочке. Если вам содержимое понравилось, внизу вы найдете ссылку, где можно заказать эту коробочку. Ну, опять-таки, решать вам, я вам показала, что здесь есть, а вы уже думаете, нравится вам это или нет. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно поставьте мне палец вверх, если так и было. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!